мне английский не идет. Тичер говорит, я идиот. А я не идиот, я встал и выдал вот. Тейбл, Лондон, бегин, беган, бегун. Это все, что я знаю. Ну я же говорю, идиот. Чай, подуй на чай. Горячий чай, давай ступай. Ай-ай-ай-ай-ай. Вот балбес, говорила же, подуй. Я пишу в дневник замечание, обращаю ваше внимание, что ваш сын сорвал седьмую пару и устроил игры в кальмара. Я контрольные ваши проверить не успела, но поймите меня, это целое дело. А когда мы ДЗ не успеваем выполнять, почему-то вы нас не хотите понимать. Эй, эй, я учитель. И вас учить теперь я строго собираюсь. А строгостью я вовсе и не восхищаюсь. Бывает иногда, что даже я ругаюсь. Тогда от нас бегите. Дорогие родители, добрый день. Проверьте телефоны у ваших детей. Я у них там Амонгаус нашла вчера. Это бродилка, ходилка, опасная игра. Компьютеры, компьютеры нам в классе выдали. Спицы одни, блин, лютые, а мне бы ее найти. Блин, где ее? Ты чего не ешь совсем? Я теперь на ночь не ем. День прошел, конец диеты. Да, неси вон те конфеты. Похоже, я, блин, лошара. На гитаре играть учусь уже много лет. Почему же? Ваш классный руководитель, я теперь как третий родитель. Ой, спасибо, нам таких не нужно. Мы всем классом справимся дружно. Мам, что делаешь? Полы мою. А что это у тебя в руках такое? Половая тряпка, это ж моя футболка, которую я вчера купила только. Мама, можно сделать пирсинг? Нет. Ну а можно тату? Нет. Можно пойду погуляю? Нет. Тебе что жалко, я не пойму. Пока ты не закончишь школу или универ, не выйдешь замуж и не родишь детей, тогда возможно я и разрешу. И погулять, и на пирсинг отпущу. Давай сядем вместе, давай я к тебе. Сейчас как поржем будет угар вообще. Okay. Вы чё офигели, на места свои сели? У меня iPhone 12, блин, хочу 13, чё? А я с седьмым вообще хожу, так что не ной, тебя прошу. Вы обе замолчите, я с кнопочным смотрите. Мам, купи iPhone вместе с лампой кольцевой. Буду я снимать TikTok, все в порядке с головой. Мама, я потом стану популярной и верну деньги тебе, не мотай нервы мне. Мама, прикинь, океан — это суп. Ты, наверное, пересмотрела Ютуб. Раз уж это так, тогда докажи, что тебе нужно для супа, скажи. Для начала нам нужна соль и вода. Мясо или рыбу, зелень мы кладем туда. Океан — это суп, да, мам, вот-вот. Мы в супе купаемся, вот это поворот. Спуску не даю ученикам. Ох, и не везет сегодня нам. А ну-ка успокойтесь, контрольно приготовьтесь. Готовься, не готовься, нифига опять не сдам. Если тут есть знак зодиака твой, выполни задание вместе со мной. Овнам задание вообще фигня. Не разговаривайте два дня. Стрельцы оказались счастливым знаком. Покрасьте ногти розовым лаком. Львы, ну а вам не привыкать. Попробуйте кому-нибудь снег продать. Мам, купи айфон вместе с лампой кольцевой. Буду я снимать тикток, все в порядке с головой. Мама, я потом стану популярной и верну деньги тебе, не мотай нервы мне. Интересно, тут пожевать что-нибудь есть? Что такое?
Ничего нет. Тебе б только пожрать. А ты мне в рот не заглядывай. Мам, купи айфон, вместе с лампой кольцевой. Буду я снимать тикток, все в порядке с головой. Мама, я потом стану популярной и верну деньги тебе, не мотай нервы мне. Ждут мои друзья уже давно. Я пошел гулять исключено. Там снег в окно смотрел, ты шапку не надел. Я в ней как идиот, мне шапка с кепкой не идет. Сними кепку, одень шапку. Ни за что! Отец! Сколько будет, ребят? 150 плюс 150. Ну, допустим, будет 300. Ты к директору быстро. А директор мой отец. Вам сейчас придет конец. Он крутой, не отрицая. Жаль, что дочка тупая. Сколько будет 2 плюс 2? Чё так сложно, блин, та? Будет 10 или 20? Или может быть 15? А я думаю 16. Нет, скорее 19. Да вы чё, там будет 5? Как можно этого не знать? Алло, Маш, ты когда мне Simple Dimple мой отдашь? А то я расскажу всем, кто твой краш. Нет, ну что ты, это не шантаж. И попыт мой передашь. Алло, Маш, ты когда мне Simple Dimple мой отдашь? А то я расскажу всем, кто твой краш. Нет, ну что ты, это не шантаж. И попыт мой передашь. Мама, я коплю на 13-й айфон. Можешь мне добавить на него? А сколько накопила, хоть скажи, окей. 50 рублей. Мама, я коплю на 13-й айфон. Можешь мне добавить на него? А сколько накопила, хоть скажи, окей. 50 рублей. Вопреки законам притяжения, будем мы с тобой вдвоем и папируса возьмем. Ой, как приятно, что позвали. Мама, можно сделать пирсинг? Нет. Ну а можно тату? Нет. Можно пойду погуляю? Нет. Тебе что жалко, я не пойму. Пока ты не закончишь школу или универ, не выйдешь замуж и не родишь детей, тогда, возможно, я и разрешу. И погулять, и на пирсинг отпущу. Вопреки законам притяжения, будем мы с тобой вдвоем и папируса возьмем. Ой, как приятно, что позвали. Мам, купи айфон, вместе с лампой кольцевой. Буду я снимать тикток, все в порядке с головой. Мама, я потом стану популярной и верну деньги тебе, не мотай нервы мне. Брат, иди полей цветы в горшочки, а ты иду в салон на ноготочки. Так забыл, чем полить цветок.